Цирк, эстрада и мюзикл Гиерадзе привез в Самару новое шоу «Королевский цирк». Каждое действие на манеже – это мини-спектакль, сочетание сложнейших трюков, дрессуры животных и птиц, невероятных образов артистов, авторской музыки и декораций, профессионального светового оформления и спецэффектов, необычного реквизита и эксклюзивных роскошных костюмов. Зрители попадут в сказку, обещают артисты «Королевского цирка». Сказка продлится 3 часа. Каждое представление уникально, нету двух идентичных повторяющихся представлений, то есть это все равно живое искусство, все равно каждый зритель это ощущает именно всеми клеточками даже кожи. Во-первых, да, энергетика, обмен энергетикой, которая происходит, сначала мы дарим зрителю, потом зритель отдает нам в виде аплодисментов и тех эмоций, которые они выражают. Путешествие во времени и пространстве начнется с королевского бала. Затем зрители увидят сказочную русскую зиму и знойную страстную Испанию. Окажутся в райском саду и побывают в римском Колизее с гладиаторами. Удивлять искушенную публику будут канатоходцы, воздушные гимнасты, эквилибристы и жонглеры. И, конечно, клоуны. Всемирно известный дуэт «Вас и Стас». Все это и многое другое ждет самарцев в цирке Олега Попова. Премьера в субботу, 14 марта в 5 часов вечера. Шоу продлится до 19 апреля. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.